подводим итоги матча, который состоялся в Кокшетауе. Отбился спорта Барабай. Орлан принимал команду из Усть-Каменогорска. Торпеда пожаловала в гости. И вот так была закрашена первая шайба. Архипов, Александр Архипов, стал автором шайбы ворота Орлана. Ну и дальше игра продолжилась на встречных курсах. Много моментов было и у тех, и у других ворот. Много работы у голкиперов. Янков, напоминаю, что и сегодня был на последнем рубеже своей команды. Ну и его коллега по цеху Арсений Ахметов. Тунхузин вот такой вот бросок наносил от синей линии. Впрочем, бросков было много. Со всех позиций бросали соперники и старались огорчить друг друга. Как всегда, был очень активен нападающий Орлана под 11 номером Арсентюк. Но здесь вот Гренц забрасывает шайбу буквально на последней минуте первого периода. Делает счет 1-1. Ну и вот еще один момент с участием Арсентюка. Евгений всегда очень активен, Евгений всегда на острие атак своей команды. Ну и вот такой вот контрвыпад у торпеда. Доходил до броска, но здесь шикарный сейв продемонстрировал Арсений Ахметов. Александр Шин, ветеран и лидер своей команды, всегда на острие, всегда в центре внимания. Ну и смотрим еще. Атаки Орлана, и вот здесь ювелирная шайба в исполнении Данилы Воеводина. В уголочек, самая яблочка попала, и, в общем, шикарная шайба это была, но она оказалась единственная во втором периоде. Больше шайб заброшено не было, но вот болельщики переживали, болельщики сегодня были большие молодцы, и болельщики Орлана, и Торпеда. 50 человек сегодня прибыло сюда, в Кокшетау. Дальше смотрим моменты, которые у нас были. Но здесь силовой прием против Саян Данияра. Потребовался просмотр. Ну и вот еще такой вот эпизод у нас был. Атака Орлана. Ну вот здесь мы смотрим еще моменты, которые у нас состоялись. Толчия у ворот. И здесь шикарный сейв Арсения Ахметова. Здесь он просто шикарно отработал. Проход команды Торпеда, но опять же здесь потребовался просмотр. Но много сегодня было силовой борьбы, много моментов, которые где-то завершались удачной игрой вратарей. Ну и вот здесь момент, после которого потребовался просмотр, довольно длительный. После броска Эдгарса Сиксны шайба оказалась в воротах, и там было подправление Артема Лихотникова. Потребовалось время арбитрам для принятия решения, но все-таки шайба эта была засчитана. Ну и вот шайба красавица, здесь крупнейшая ошибка в обороне. Дубинин ошибся, делал передачу назад, перехват Захара Прокоменко, ну и, в общем-то, за спину Андрею Янкову шайбу он завел. Но эта шайба оказалась завершающей в поединке. Орлан празднует победу. Но если мы смотрим цифры статистики, которая у нас сложилась по результатам всего поединка. По броскам 34 у гостей, 27 у Орлана. Все-таки по броскам перебросали усть-каменогорцы. Также цифры в статистике и на точки в пользу гостей. 30 против 28. Две из четырех шайб Орлан забросил в большинстве. Ну и по штрафным минутам здесь 11 выписано Орлану и 10 усть-каменогорцам. Вот такие у нас цифры, такая статистика. 4-1 итоговый счет. Завтра состоится второй матч между этими командами.